Привет всем! Снова мы втроем, Андрюха, Сергей. Сегодня едем на старинную деревеньку с царских времен, да? Да. Там князь Волконский, имение его старое. Так что, может быть, что и найдем. Да, ну, конечно, найдем. Вот ты выдал все, блин. Надо затереть это все, чтоб не... Ладно, не переключаемся, ждем находок. Поехали. Мы на месте, Серега, Андрюха, они вон в маечках, а я решил все-таки одеть костюмчик, пусть будет жарко, зато никто не будет беспокоить. Так что ждем находок, не переключаемся. Сейчас все. Подружить решили. Это блесна, наверное, какая старенькая. Серега, да? Блесну нашел. Да, почему тут с двумя отверстиями? А, здесь надо крючка, здесь за крючка, да. Да. Плотка. Как воблер такой выглядит. Вот. О, колечко нашел. Колечко. Почти что золотое. Вон, слушай, как блестит. А, алюминий. Да. Алюминий достаточно редко. А, ну это такая блестит, ложка. Да. Медная, да? Да, выкину ее сейчас. Мурдяк. Вот так вот. Колечко оставим. Ну, колечко оставим. Медное, наверное. Оно что? Не, алюминий. Не, алюминий. Нет, у меня медное, блин. Медное? Да. А он показывал цветным. Не знаю. Как в церковь я зашел, там разруха, ужас. Ну, ну так прикольно, там кое-где лепнина сохранилась, там, ну там все. Да. Серег, дай мне зажигалку. Хотел показать вам церковь. Церковь святых Петра и Павла. Петропавловская церковь. Такой интересный дизайн. Как крепость. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим, что там сохранилось. Интересно. Все открыто. Ну, кирпичи. Вот так вот тут. Да. Интересно. Полнейшая разруха. К сожалению. Опа. Да. Лепнинка он. А, вон есть, даже изображение сохранилось немножко. Вот такая вот остатки от церкви святых Петра и Павла. О, там какой-то подвал, что ли. Свод какой-то, да. Ладно, больше тут показывать особо нечего. Вот как-то так. Да.
печень положили тут. Вот такой лес князя Волконского. Первая находка. Ложка. Советская, алюминиевая. Не берем. Так, ладно. Походим дальше. Ого. Даже не знаю, какие Серега они. Серега у нас рассыпуху нашел. Прямо на одном квадратном метре. 2 копейки, походу. Капуста. Это что-то тоже, походу. Да они одинаковые, по-моему. Нет, вот это, по-моему, поменьше. А, это у нас 1 копейка, по-моему, серебром, что ли. А, или 2 копейки. Да они одинаковые, по-моему, все. Не-не. Это вот... Вот рассыпуха. Отлично. На одном квадратном метре. Мне не повезло так. А я залез вон туда, к краю. Я вот он, от машин недалеко был. Да машина вот она. Ну да, я залез туда, к краю. Один сигнал выкопал, раз. Я, наверное, когда копнул, одну достал, а вторая просто выскочил. Вторая, потом переворачиваю, дай-ка прохожу. Третья. Ну, бог любит троица. Отлично. А это, наверное, куда это? Он там какой-то дом заброшенный увидел. Да не очень, дома. Вот тут вот фундамент, наверное, были ямы от них остались, туда край идут. Ну так надо, наверное, здесь ходить тогда. Ну я вон туда, вон, краем шел, мусор там, помойки. Ну все равно что-то как-то выбивает сигнал. Очередной сигнальчик. Какая-то бронзовая штукенция. Не знаю, что это такое. Так, ладно, двигаемся дальше. Мусорно тут. Просто жесть. Ну что, Андрюх, нашел что? В смысле? Такое место, мы должны по 2 кармана монет найти. Нашел что? Ни хрена нет. Вот монеточка есть. Я вообще ничего не нашел. Вообще ничего. Одни пробки эти водочные. О, блестит, так и золото. Поверни, пожалуйста. О. Серега нас сегодня сделал. Что у него? Он 3 империи нашел. 3 империи? Вон там он, говорит, рассыпуха, наверное. Красавец, но еще не вечер совсем. 2 самые капусты и еще какая-то, по-моему. По-моему, серебром, что ли, копейка. Ну, молодец, что. Порадуемся за него. Да. Еще один был цветной сигнал. Но, видите, круглая штука. Звенит свет, зараза, на дороге. Загрубил чувствительность уже 20. И ставил дискрим, но ничего не помогает, когда вот такие находочки. Так, лопата, ну старая, похоже. Не берем. Двигаемся дальше. Наконец-то какой-то сигнал. Колечко какое-то. Но это не обручалка. Шайба, что ли, какая-то. Непонятно. Ладно, двигаемся дальше. Старинный тесачок. Без ручки. Не берем. Так, ладно, двигаемся дальше. Еще одна находочка беспонтовая. Какой-то штуцер. Хрен не знаю, что это такое. Может, от сельхозтехники что-нибудь. Так, ладно, не берем, двигаемся дальше.
Охренеть находочка. Прикиньте. Целиковый, трехметровый. Это не труба. Ёпрань, сколько же он весит-то? Да. Вот это штырик. Блин, и не заберешь его. Мы его втроем даже не поднимем. Так, надо прикопать его. Мы же как-нибудь заедем. Офигеть, да тут несколько тысяч рублей. Да. Ну ладно, там что-то Андрюху зовет. Нашел что-то. С Андреем вместе поддели. Двумя лопатами еще можно. Ну тележка, блин, она же длинная, зараза. Вон там, заканчивай. Угу. Так, ладно. Приедем по-любому за ней. Ну я-то, наверное, вряд ли приеду. Скажешь, как она будет реализована. Я, может, даже видео сниму, извлечение, тебе пришлю, пожалуйста. Обязательно. Если... Ты сегодня точно поедешь? Да, я сегодня за ней приеду, прям точно. Так, пуговку нашли еще. Андрюха обещал еще видео, как он будет извлекать эту болваночку. Так что, может быть, строим сегодня в видео это. Неужели в самом деле я монеточку нашел? И что это такое? О, империя! Нет, блин, обрадовался рано. 10 копеек, рамочник. Но все равно хоть что-то. Так, есть монетка. Слава тебе, Господи. Но по сравнению с этой болванкой, не знаю, сколько там, килограмм 200, наверное. Ну, поделим, конечно. Так, ладно, двигаемся дальше. Решили мы пообедать, да? Да, перекус небольшой. Сейчас гамбургер. Сейчас покушаем. Здесь мы уже клад нашли охренительный. Можно менять дислокацию. С монетами тут засада. Ну, сейчас в конце покажу, что мы там накопали. А может еще потом, Андрюха обещал, строим видео, где он грузит болванку. Снимем видео извлечения и транспортировки. Жалко, что не получится это самое, сколько сдачи. Ой, да ну и сдачи, ну это просто подождать придется. Да нет, ждать. Потому что в понедельник сдавать. В воскресенье приемка не работает. Ну, посмотрим, может даже и подождем. Итак, у нас сегодня насыщенный день. Мы решили покидать магнитик супермощный наш. Барский пруд. Барском пруду. Даже не в Барском, а в Княжеском. Неудачная попытка первая. Да нормально, все неудачно. Ты хотел добросить до дерева. А ты даже третью часть не добросил. Да он и тут уже что-то зацепился там. Да коряк по-любому. А может сейчас уже что-нибудь. Не, идет вроде пустой легко. Ой, сколько там всякой гадости. Пришел мне вот с тиной морской, да? И с какой-то хернёю. А, с веточкой. Так, погоди, подальше от тебя стану, а то ты меня точно на каркалык подвесишь. О, уже лучше. Эх ты, бульба такая. Там тины пипец. Согласен. Он, наверное, в тину и застрял у меня, когда первый раз тянул.
Пипец, просто жижа такая. Надо немножко направление поменять. Буль. Пробую сказать, Василий. Ну ладно, закругляемся. Давай еще раз откинем. Что вам интересно, может что-то достанем. Грязь такой там. Да такое впечатление, что там вообще метр глубина, даже меньше. Раз это самое грязь фонтаном. Какие дубищи вдоль берега пруда. Лет по 200, наверное, может 300 даже. Два человека не обнимут. Офигеть просто. Это нечто. Они, главное, так рядом идут. Так, ладно, сейчас походим. С металлоискателем. Пруду ничего не нашли. Ура! Первый сигнал. И сразу же монетка. И что это у нас? Что-то, по-моему, похоже на серебро. Али нет. Ну, что-то непонятно. Сейчас почищу, покажу. Рано радовались. Это рубль ходячка. Ну ладно. Хоть что-то. Двигаемся дальше. Сигналов мало. Поэтому вот такой четкий сигнал решил. В онлайне. Может, что и найдем. Путное. Да, путное. Алюминиевая проволока. Ладно. Двигаемся дальше. Вот. Это красавчик, жук-олень. Я такого крупного еще не видел. Офигеть просто. Вот это находочка. Октябрятский значок. Еще одна. Но, блин, с потерями. Ну и эмаль вся целая. А Ленин всегда молодой. И юный октябрь впереди. Все втроем встретились. Еще один сигнальчик, еще одна находка. Конинка медная. Что-то такое ощущение, что там даже что-то написано. Потом почистим, посмотрим. Двигаемся дальше. Хабарница. Так. Ну что, на сегодня закругляемся. Показываем, что мы нашли. Не густо. Но, как говорится, и не пусто. Это вот у нас нашел Андрюха. Это вот я нашел. 10 копеек самый ценный. Ромочек. Ну, а Серега вообще сегодня молодец. 3 капусты. Кто не знает, это 2 копейки. Так что, не переключаемся. Подписываемся на канал. Делимся видео. До свидания. Всем удачи!
Итак, вернулись мы на место вчерашних раскопок. Уже с грузовым транспортом пойдем извлекать деталь. Так, ну давай, Алексей, извлекай вот тут вот все. Да, ну увезем, я думаю, нормально. Ну да, она откопана, я только поднимаю, вываливаю. Так, ладно, присоединюсь я к Алексею, вот одному ему тяжко. Дотащили мы с Алексеем до машины ее. С помощью лома. И какой-то матери. Да. Сейчас вот будем пробовать грузить. Главное не пернуть. Ну все, деталька погружена. Вот так вот она будет у нас торчать по дороге. Ну ничего страшного.